Дорогие друзья, я вновь с вами, приветствую вас всех. В прошлый раз я говорил, что открываю рубрику, которую я так и назвал «Мои истории», и которая посвящена различным случаям, происшествиям, которые произошли как в моей педагогической практике, так и в жизни вообще. Мне кажется, что эти истории могут быть поучительны и интересны как для любителей гитары и музыки, так и для остальных подписчиков моего канала. Не связанных с музыкой, но просто интересующихся всевозможными жизненными коллизиями. И начну я сегодняшнюю историю, хотя произошла она уже довольно давно, с той радости, которую я хочу с вами поделиться, а именно у меня появился новый концертный инструмент. Это гитара знаменитого японского мастера Масару Кона. Так как это для меня по сей день шок, хотя это произошло несколько месяцев назад, то мне не так просто рассказать последовательно всю эту историю, поэтому я начну издалека. Я начну со слов Бернарда Шоу. Ну, а какой смысл имеют эти слова, вы узнаете чуть позднее, когда я расскажу целиком всю эту эпопею, так сказать. Значит, Шоу советовал так: если хочешь быть счастливым, научись говорить «нет». Это не так просто на самом деле. Вот, да, мы говорим все-таки охотнее, потому что «нет» – это грозит репутации неуживчивого человека, раздражительного, человека жадного, может быть, даже. Ну, в общем, говорить «нет» – это требует определенных усилий воли. Значит, как я уже сказал, я начну издалека. У меня занимался ученик, если я не ошибаюсь, его звали Александр Николаевич. Это был московский рабочий, строитель. Их сейчас все меньше и меньше остается в нашей реальности. Вот таких людей, настоящих профессионалов своего дела, неважно в какой сфере, там, вот он работал на стройке, но он был настоящим мастером, профессионалом, их сейчас очень мало. Так вот, он мне рассказал такую историю. Ему было на тот момент, это было лет 20 назад, значит, на тот момент ему было лет 60. Вот. И он ходил на все мои концерты, был завсегдатаем моих концертов в доме на Щекино, который я давал довольно часто одно время. Так вот, он мне рассказал, что у него был хороший друг на стройке, и его сверстник. И у него был набор замечательных инструментов, часть из которых сделал он сам, часть из которых он купил за рубежом. В общем, это были очень добротные, такие профессиональные, хорошие инструменты. Ну, а я, говорит, решил делать ремонт у себя в квартире, и мне понадобились кое-какие инструменты, я попросил у него, будучи твердо уверенным, что он мне не откажет, потому что он мой друг. И вдруг он
говорит, нет, я тебе не дам. Я, говорит, был ошарашен, как же так? Мы же друзья. Вот именно поэтому я и не дам. Потому что ты можешь потерять, сломать, скажем, стамеску какую-нибудь шведскую, которая мне дорога. Вот. И нашей дружбе, ну, не то, что придет конец, но она будет омрачена. А я этого не хочу. Поэтому я тебе не дам. Я, говорит, некоторое время был на него обижен, а потом, в общем-то, его простил. Ничего здесь страшного не было. Ну, не дал, ничего. Вот. А теперь я перейду к своему Кона. Значит, почему именно Масару Кона и с чем связано это желание? В 1978 году я заканчивал училище имени Октябрьской революции. Сейчас это колледж имени Шнитке. И я прогуливался там на пятом этаже со своим приятелем. И вдруг услышал, что доносится где-то в районе второго этажа, значит, оттуда доносится звук гитары. То есть в коридоре разминается какой-то гитарист. Я был совершенно поражен звучанием. У нас такого не было. Я спросил, это кто играет? Да, это мой однокурсник Игорь Скородумов. Ему отец из Франции привез гитару Кона. Кона мы тогда уже знали. Это, конечно, знаменитый мастер. И я загорелся желанием посмотреть этот инструмент. Я говорю, слушай, а раз это твой однокурсник, может быть, ты сможешь его уговорить показать эту гитару, и, может быть, даже поиграть на ней удастся. Да, конечно, пойдем. Вот мы спускаемся на второй этаж, а этот Игорь Скородумов, он уже закончил разминку, положил гитару в футляр, и она на подоконнике в футляре лежит. Вот, мы подходим, и мой приятель, его Алексей звали, он спрашивает, старик, ты, говорят, гитару купил? Да, купил. А можно посмотреть? И я вижу, что этому Скородумову, ну, очень не хочется показывать. Он как предчувствовал, что добром это не кончится. Ну, он нехотя открывает гитару, футляр, вернее, и там лежит чудеснейший инструмент. Вот, она вся сияет, такой изумительный лак. Коно, он свой лак использовал, это не нитролак, а какое-то его собственное изобретение. Вот. И она как зеркало, и такая красавица, ну просто глаз не отвести. И мой приятель, не спрашивая ничего, сразу хватает ее из футляра, выдергивает таким импульсивным резким движением, и язычком замка футляр открыт, и там... язычок замка, значит, выглядывает. И он этим язычком по этой зеркальной деке с таким тррр, знаете ли, проводит. И на деке, она еловая, очень нежное дерево, еле очень мягкое, нежное дерево, появляется глубокая белая, вот на этой зеркальной поверхности, глубокая белая полоса. Честно говоря, хотя это не мой был инструмент, у меня все оборвалось внутри. Мне так стало жалко, и я не могу даже передать вот этот комплекс чувств, который я в этот момент пережил. Ну, наверное, владельцу гитары было еще больнее. Он весь побледнел,
этот несчастный Игорь Скородумов, и каким-то сорвавшимся голосом закричал: «Что ты наделал?» Ну, действительно, после такого либо царапина навсегда останется, либо надо менять деку буквально верхнюю, но это уже очень сложные и опасные, в общем-то, процедуры, после которой, скорее всего, звучание изменится навсегда. Вот. И когда вот это произошло, я, во-первых, дал себе зарок никогда не давать свой инструмент в руки кого-либо там ни было, даже самого чудесного и распрекрасного друга, не давать. Вот. А во-вторых, конечно, у меня возникло в тот момент желание когда-нибудь, может быть, приобрести гитару Масару Кона. И прошло много-много лет, и вот недавно сравнительно ко мне пришел мой друг и прекрасный человек Сережа Амосов, его зовут, и он сказал: «Юрий Николаевич, я знаю, что вы давно мечтаете о Коно, я хочу вам помочь свою мечту осуществить. Вот вам деньги, на которые вы сможете поехать в Италию и приобрести там инструмент того мастера, о котором вы так много рассказывали». Честно говоря, я был совершенно ошарашен этим поступком. Настолько меня это поразило и восхитило, и я не знаю даже, где найти слова, чтобы выразить благодарность за такой великодушный жест. Но сам я в Италию поехать не смог. По состоянию здоровья поехала моя супруга, и вот она одним днем, я не смыкал глаз, ночью она приехала в 16:00 уже ночи, привезла инструмент, я открыл футляр. Кстати, работники итальянского аэропорта очень бережно ее несли в отделение кладовое. Вот. Это удивительно. У нас так не относится, к сожалению, к музыкальным инструментам. Но это так, к слову. Значит, я достал гитару, попробовал звучание, и я просто разрыдался. Это совершенно поразительный инструмент. Вот. Очень необычный по звучанию и очень удобный. Вот эти вещи, удобства в частности, наверное, это надо учесть нашим мастерам обязательно. Расстояние между струнами и 12-м порожком где-то 4 мм или чуть-чуть меньше даже. При этом нигде не дребезжит. Вот наши мастера, они делали ведь свои гитары для струн в расчете на струны среднего натяжения. Ну, долгое время они делали для фисомы, а это, ну, вообще их только условно можно назвать струнами. Дальше пошли вот додарио, лабелло. Ну и когда появились струны сильного натяжения саваре, замечательнейшие французские струны, то наши мастера в основном продолжали сохранять вот это ранее найденное расстояние. Ну, в общем-то, это стандарт
Но стандарт сеговьевских времен, когда играли на жирных струнах, они как веревки болтались. А струны саваре сильного натяжения, они позволили сделать расстояние между грифом и струнами меньше. Вот Кона, он уже тогда, это гитара 84-го года у меня, он уже тогда, видно, эти вещи предвидел, и расстояние между струнами и грифом очень комфортное, 4 мм. Второй момент, который хочется отметить, и который тоже мне хочется мастерам нашим порекомендовать, если они еще это не учли, ну, в общем-то, насколько я знаю, действительно, в большинстве своем не учли, потому что я в свое время разговаривал с Феликсом Меренским, ныне, к сожалению, к великому сожалению, покойным, замечательный мастер, и я у него спросил: «Феликс, а что вот такое, почему приходится менять на наших гитарах порожки столь часто? Ну, где-то год-полтора поиграешь, уже там появляются такие вмятины на порожках. Их, особенно в районе второго, третьего лада, ну, где-то до седьмого. Вот. И на гитаре уже практически невозможно играть. Ее надо отдавать в ремонт, чтобы менять порожки». Но он ответил так уклончиво, что вечного день ничего не бывает. То есть смирись, ничего тут не поделать. Значит, порожки периодически придется менять, как ни крутись. А на самом деле вот эти порожки, когда их меняют, это процедура очень неприятная для гитары, потому что их забивают молотком. В этом случае могут образовываться невидимые микротрещины на деке, на обечайках. Вот. Это очень неприятная процедура. И менять через каждый год-полтора порожки, ну, во-первых, ты лишаешься на какое-то время инструмента, иногда на полмесяца, на месяц, пока мастер там дойдут у него руки. Во-вторых, ну, сама по себе эта процедура довольно опасная для инструмента. Все ж таки. Так вот, на гитаре Кона с 84-го года она, и нет даже малейших следов каких-то протертостей ни в районе второго лада, ни нигде-либо еще. То есть вот этот момент великий Кона учел. Значит, оказывается, можно делать порожки, которые не нуждаются в замене. Вот этот момент. И расстояние в 4 мм, это второй момент, это очень важные вещи, потому что я, играя в 96-м году, работая над первой частью своей транскрипции итальянского концерта Баха, я чуть инвалидом не стал. Потому что прижимать какие-то растяжки и все время барре там, это моя собственная транскрипция, очень сложная, очень. Я ни одной ноты не выбросил там баховского текста. Ну, такие сверхсложные произведения, их надо играть на инструменте, который обязательно предусматривает небольшое расстояние между струнами. Благо, что струны сильного натяжения саваре это позволяют делать. Вот эти вещи мне хотелось отметить. Ну и я надеюсь, то, что я рассказал, вот эта главная идея научиться говорить «нет», это очень важно, мне кажется. Я своим ученикам всем сказал в свое время, что свой инструмент, ребята, не давайте, как бы вас ни просили, как бы это не хотелось, потому что, ну, как-то
неудобно прослыть жадиной, говядиной. Вот, тебе подходит, а что за гитара? Ну, покажи, а можно поиграть? Ну, и как-то не хочется сказать «нет». Вот, ну, даешь. А он раз, у меня он ученик, я помню, попросил гитару, а я тогда еще не очень, так сказать, был в этом отношении подготовлен к тому, чтобы сказать «нет». Ну, я на душе всегда кошки скребут, но я дал, и он раз, а об угол бильярдного стола, как раз у меня в комнате бильярдный стол стоял. Вот. Ну, слава богу, там не очень заметная появилась царапина, но все равно это... Конечно, он извинился, конечно, он это не специально, это понятно, но вот так. Так что внемлите вот этому моему совету. Все-таки я уже пожил на свете. Не давайте свой инструмент никогда и никому. Ну что ж, хочу пожелать вам всего самого доброго и до новых встреч.